Привет, братья! Это первая мужская конференция в истории нашей церкви, и мы очень рады. Сегодня тема дня муж. Кто есть муж? Что нужно знать мужу в первую очередь? Конечно же, чего хочет от него жена. Мы решили упростить эту нелегкую задачу и сами спросили у женщин, чего же они от нас хотят. Я спросил у Ясеня. Что девушки хотят мужчин? Они сами не знают, чего они хотят, наверное. Чтобы были как дети. Тополь забросал меня. Чтобы было весело проводить время. Внимание и любви. Надежности. Надежности. Больше всего женщина боится сомневаться в своем мужчине. Мы хотим от них надежности, жизнерадостности, хорошего чувства юмора. Быть тылом для семьи. Наверное, все. Но нет, не все. Лидерство. Понимание. Доброты. И, конечно же, любви. Шуток! Много-много шуток! Хочется ожидать от мужчин знаний, чтобы они понимали, что они делают, почему они к женщинам подходят, почему они выбирают ту самую женщину. Я спросил у Осени. Хотелось бы, конечно, чтобы они были всегда чуткими к нашему настроению. Чего? Чтобы угадывали желания девушек, чтобы кормили булочками, например, с корицей. Вкусные такие. В еврейском магазине есть здесь недалеко. Может быть, по утрам кофеечек, орешки со сгущенкой, нутеллочку каждый день. Аня, я уже в пути. Это бесполезно. Мы очень много хотим от мужчин. Все. Я спросил у Ясеня. Сегодня мы вместе с вами узнали, как быть хорошим мужем, отцом, узнали, как помогать жене с детьми, узнали, как устроить идеальное свидание и как же все-таки запомнить все важные для любимой даты и многое-многое другое. В обществе сегодня мужчина, он такой какой-то хлюпенький становится, да, такой нежный, вот это все дело. Мы должны маленько в другую сторону перевалить, потому что мужчина, он все-таки носитель видения, мужчина, он все-таки глава семьи, мужчина, он все-таки отвечает за семью, защищает девушку и все прочее. Поэтому сегодня мы должны поднять стандарты мужчины высоко. Вот это особенно время, когда братья, они чувствуют, что они не только братья, но они еще и мужчины. И мы говорим о мужских вещах. Просто мужчина, ему легче признаться в каких-то вещах, самому себе прежде всего, когда среди него есть те, кто его понимает. А в предыдущем вопросе мы поняли, что женщина нас не понимает. Итак, дорогие, мы прошли лишь полпути. Завтра еще один полный день конференции, на котором мы будем обсуждать вопросы отцовства. В завершении хочу напомнить вам, что у нашей конференции есть специальный хэштег «Лидер муж-отец». Ставьте его под вашими фото. Увидимся завтра. До свидания.